Новый глава Нацбанка, новый состав Центральной избирательной комиссии, закон об антикоррупционном суде. Два часа Петр Порошенко обсуждал вызовы 2018, а именно так называлась пресс-конференция президента, с журналистами. Был там и Александр Васильченко, он расскажет нам все подробности. В ближайшие дни президент Петр Порошенко ожидает от парламента важных решений, в том числе и кадровых. Речь идет о голосовании за главу Национального банка. Ускорить процесс уже попросили в МВФ. Впрочем, голосование должно пройти спокойно, так как кандидата, выдвинутого главой государства, готовы поддержать большинство фракций. Также Порошенко отметил, необходимо в сжатые сроки назначить новый состав Центральной избирательной комиссии, назначить уполномоченного по правам человека и главу счетной палаты. Рассчитывает президент и на принятие в первом чтении закона об антикоррупционном суде. Несмотря на то, что нардепы со скрипом принимали многие законы, в целом работой парламента глава государства доволен. Я повністю задоволений темпами, які були продемонстровані минулою сесії щодо співпраці президента, коаліції, парламенту і уряду. Велика кількість реформ була прийнята. Я наголосив те, що я бачу, чого сьогодні країна і я як президент чекаю від парламенту. Я вірю, я наголошую, що жодних цих розмов я не веду. Якщо парламент замість того, щоб цим займатися, будуть займатися виборами, вони до цього призведуть. О выборах президентских Порошенко пока не задумывается. Утверждает, еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок. Рейтинги комментировать не стал, но добавил, на выборы все же пойдет, как гражданин. Я точно 100% буду брать участь в президентских выборах. Как выборец. Точно буду голосовать. Чтобы вас... И буду голосовать в Украине. В Києві. Я наголошую, що після виборів я точно буду жити в Україні в будь-якій якості. І я абсолютно не байдужий до України. В то же время президент выразил надежду, что на следующих президентских выборах смогут проголосовать и украинцы, проживающие на временно оккупированной территории. А для этого необходим мир на Донбассе. Порошенко заявил, единственный вариант деэскалации конфликта – введение миротворцев ООН и полное выполнение минских договоренностей всеми сторонами. Мы будем дотримуватися минских домовленостей и наполегливо добиваться размещения миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на прийнятних для України умовах. Миротворці – важлива складова відновлення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І присутність миротворців – це не просто розведення сторін. Це для нас неприйнятно. А миротворці мають діяти на всій окупованій території. Заявил президент и о усилении огневой мощи украинской армии. Помощь все-таки будет, подчеркнул Порошенко. Уже через несколько недель состоится первая поставка оборонительного вооружения из Соединенных Штатов в Украину. Еще одним индикатором позитивного ставления евроатлантической спільноти до Украины стали надважливі рішення с боку наших партнерів з Сполучених Штатів Америки, з Канади, багатьох інших країн, які надають нам можливості отримувати сучасну, високоефективну оборонну зброю. А уже до конца недели нынешней должны освободить двух украинцев, которые содержатся в плену у боевиков, заявил глава государства. Александр Васильченко, Владимир Дедов, подробности, телеканал Интер.